Ну что, ребята, как обещал, побрился. Теперь можем тестировать Lit Energy. Всем приятного просмотра, ставь класс. Элементы. Де партизано. Стул скрипит, но мы начинаем. О, беле чао, беле чао, беле чао, чао, чао. О, торе мюне. Де партизано. Всем привет, друзья! Меня зовут Томас. Сегодня мы с вами попробуем такой вот энергос, как Lit Energy Blueberry. Я уже пробовал обычный, мне не понравилось. И вот я решил сделать такой небольшой краткий обзор, буквально на минуту, на две, на официальный, на основной свой канал. И посмотреть, насколько он вкусный, потому что я очень сильно люблю... Red Bull Blueberry и Energy Lit Energy Blueberry тоже бы хотелось бы попробовать. Все-таки вкус необычный. Конечно, я был бы рад, если бы Lit Energy еще имел вкус арбуза, потому что Red Bull арбузный — это, пожалуй, мой самый любимый вкус. Ну, исключая классического, потому что классический тоже шикарный, но в целом Lit Energy Blueberry. Спасибо, то, что поддерживаете мои лайв-видео лайками. Давайте не буду за это затягивать. Лайв Ирл, да, пацаны? И сегодня, возможно, или завтра будет стрим. Потому что Котак Телеком, хоть, как говорится, пацаны, гигабитный, но немножечко шалит. Бывает такое, как говорится, не без этого. Ну что, давайте попробуем. Вот такой вот, такая вот баночка симпатичная. В принципе, выглядит она реально нормально. Тут придираться вообще не буду. Попробуем на вкус, ребята. Попробуем на вкус и аромат. О, what the fuck is this, man? Кстати, вкус реально немного прикольный. Не немного, а прикольный. Потому что я, если честно, предвзят к Михаилу или там к Александру, как его зовут, я не помню, Литвину. Мне не особо нравятся его ролики, плюс первый энергетик оказался говном, но этот вроде норм. Конечно, немного отдает химозой. Такая тема тоже в нем, при что правильно отсутствует, но в целом неплохо, чуваки, неплохо, реально неплохо. Если тому энергосу, обычному классическому Lit Energy, я дам 3 из 10, но он прям вообще ни о чем, то этот вполне на шестерку, это типа хорошая оценка. Я не оцениваю как блогеры, для которых вкусно это 10 из 10, невкусно это 5 из 10. У меня строгая оценка по Кинопоиску, друзья. Поэтому... What the fuck is hell, man? Это реально прикольный энергос. Я, кстати, вам покажу еще один энергетик, который у меня, ребятки. Ребятки, в холодильнике. Ой, загородил камеру. Ничего страшного. Это Monster. Monster, мать его. Pacific Punch, блядь. На него тоже можно сделать обзор. Он, кстати, стоит 300 рублей. Я такой, what the fuck is hell, man? Типа, постирал шмотки, пацаны, наконец-то. И за компьютером, блядь. Так что, как-то так. Это неплохой энергос. 6 из 10. Blueberry, man. What the fuck, man? Yes, жарайся нахуй, энергетик. Ладно, ребята, увидимся, блядь. Вот такой вот краткий обзорчик. Советую попробовать. Реально неплохой на вкус. Хотел критиковать, но оказался... неплохим. До Red Bull, конечно, ему далековато, но в целом, what the fuck, man. Хайпер, и все дешевенькое, ребята. Как говорится, на бюджетненьком. Не хватило после компьютера на нормальные девайсы, но, как говорится, и на таком играем. Зато, ребята, зато, блядь, зато... А, вон там DualSense валяется, короче. Ладно, хуй с ним, блядь. Ну что, ребята, давайте по...